С 27 июня по 2 июля 2017 года в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников состоялась традиционная международная выставка-конкурс современного искусства «Санкт-Петербургская неделя искусств». Организаторы и партнеры: Всемирный фонд искусств, российское отделение, выставочный центр Петербургского союза художников, Департамент культуры Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский союз художников, Европейский художественный союз, Всемирный клуб петербуржцев. В выставке приняли участие художники и мастера из более 30 регионов Российской Федерации и 20 стран мира. Среди изобилия различных стилей живописи ярко отличились своей самобытностью, уникальным очарованием, смыслом и нежностью картины Виктории Преображенской, увлекая в свой прекрасный мир гармонией и изобилием красок. Виктория Преображенская – знаменитая художница, поэтесса, писательница, теософ и софиолог, композитор, музыкант, ученая, основательница культуры Золотого века, космическое поле искусства третьего тысячелетия Виктории Преображенской и театра мистерий Виктории Преображенской. Академик Ноосферной общественной академии наук, гранд-доктор философии в области теологии и теософии, действительный член Русского физического общества, член Международного художественного фонда и Творческого союза профессиональных художников России. На Санкт-Петербургской неделе искусств приняли участие 9 картин Виктории Преображенской, 3 из которых были отмечены международным жюри призовыми местами. Виктория Преображенская, Аматерасу, богиня солнца, 3-е место. Есть представитель. Поздравляем. Это представитель Виктории, не уходите. Еще одна работа «Дарящая жизнь, творящие миры» Виктории Викторовны Преображенской, 2-е место. Передаем представителю. И работа «Сокрытая истина», 1-е место Виктории Преображенской. Картина «Сокрытая истина» заняла 1-е место в номинации «Портрет». Само время продиктовало актуальность этой картины, так как все пространство пронизано высшими вибрациями и энергиями мировой женственности, явленной на Земле. Вот как автор раскрывает суть этой гениальной картины. Это мое откровение миру. Мое откровение миру. «Сокрытая истина». Что у нас сокрыто сегодня? Ну вот очень-очень сильно сокрыт. Любовь, смирение, чистота, женственность великая, которая присутствует в каждой женщине. Ибо первичный принцип – это мать, которая рождает мироздание, которая рождает все живущее. Много ли сегодня о Богоматери вспоминают на Руси? По-моему, патриархат, он настолько закрыл женское лицо, что оно вот вынуждено изрекать слово златом, но быть в тумане, в такой пелене – сокрытая истина, она скоро откроется. Картина Виктории Преображенской «Дарящая жизнь, творящая миры», победившая на многих конкурсах живописи в России, Италии, Кипре, Украине, заняла 2-е место в номинации «Портрет». Картина Виктории Преображенской «Аматерасу, бога солнца» заняла 3-е место в номинации «Арт-портрет». На открытии и завершении Санкт-Петербургской недели искусств выставки конкурса прозвучали песни на стихи и музыку Виктории Преображенской. В начале Санкт-Петербургской недели искусств открытия театр мистерий Виктории Преображенской приготовил небольшой музыкальный сюрприз. Мелководные озера.
Сергей Зеленко, я художник, член жюри из Финляндии. Я с удовольствием присутствовал сегодня на открытии этой выставки. И мне кажется, что ваши работы прямо выделяются такой необыкновенной энергией, сильным таким каким-то полем. Вот. Особенно мне понравилась вот эта работа с этой луной. Мне кажется, в нем что-то такое мистическое есть, очень мощное. Вот. Я никогда не видел именно луну такого зеленого цвета. Обычно луны, они все такие синие, там еще какие-то. Вот в зеленом таком цвете, мне кажется, довольно оригинальное прочтение. Вот. И мне также понравилась работа цветком. Мне кажется, там очень много музыкального и такая красивая очень гармония. Я считаю, что очень интересное решение по динамике, по композиции, по какой-то энергетике внутренней. И я скажу, что мне очень заинтересовала работа. Мне кажется, очень-очень интересно решение, как наложена краска по именно по фактурности. Я даже подошел, посмотрел, насколько мощно и интересно внутри набран цвет. Очень интересная работа. Она кажется вроде простая, но она в то же время очень, мне кажется, такая насыщенная и мощная. Я считаю, что все гениально, все просто. И мне кажется, что в этом есть определенный интерес. Отличная, по-моему, экспозиция. Здравствуйте. Я художник из Санкт-Петербурга, Ольга Вильянская. Оля, вы у Седанима. Я выступаю. Сейчас я на открытии недели искусств в Санкт-Петербурге, Art Week. И меня поразили картины Преображенской. Художника. Я впервые их увидела, и мне очень понравилось. Меня поразили вот эти картины как-то внутри цветка. Такой неожиданный взгляд. И я вот для себя их очень отметила, и хочется смотреть. Когда смотришь на картины Виктории Преображенской, как будто бы, кажется, музыка льется сквозь картины. Первое впечатление, которое производит. Ну, и миротворение. Да, гармония, какая-то гармония внутри сразу просыпается и... В общем, энергетика оттуда идет. Да, да, это точно. Спасибо большое. Удачи и всего хорошего. Добрый день, меня зовут Марина, и я много времени общаюсь с различными художниками, дизайнерами, сама являюсь дизайнером. Меня очень сегодня поразили картины Виктории Преображенской, она действительно оправдывает свою фамилию. И, глядя на них, понимаю, что действительно есть много реальностей. И мне вообще-то вспоминается цитата из Винни-Гута: «Человек – это направленный луч света».